Альвина Сайфуллина – одна из немногих, кто получил 200 баллов на ЕГЭ. Лучшего результата девушка добилась в экзаменах по русскому языку и химии. По словам Альбины, она готовилась к тестам еще в начальной школе. Учеба дается легко, если идти от простого к сложному, уверена Челнинка. Теперь выпускница гимназии номер 26 планирует поступить в Санкт-Петербургский горный университет. Пока вот направление не совсем определилось направлением, но хочу либо же на химическую технологию, либо же на нефтегазовое дело. Если я буду выбирать нефтегазовое дело, то узкое направление будет бурение скважин. Если же химическая технология, то узкое направление – химическая технология энергоносителей и углерод содержащих материалов. Помимо Альбины, 200 баллов на ЕГЭ получили также выпускники 76-й гимназии, 78-го лицея, а также выпускница прошлого года из 46-й школы. Немало в Челнах и 100 бальников. В этом году их даже больше, чем в прошлом. Так, максимальный результат по одному из предметов показали 45 ребят. В прошлом году их было 34. Выпускников наградил мэр Челнов Наиль Магдеев. Он вручил им премии. 10 тысяч рублей для 100 бальников и 20 тысяч для ребят, набравших 200 баллов. Цифры говорят сами за себя. Я думаю, что немного таких городов в нашей стране, когда полумиллионный город показывает такие результаты. Большинство выпускников 11 классов в Набережных Челнах планируют поступать в вузы за пределами Автограда. 625 ребят выбирают республиканские учебные заведения, 580 – вузы России. Остаться в Автограде рассчитывают 680 бывших школьников. Большинство из них планируют учиться в Набережно-Челнинском институте КФУ, НГПУ, КНИТУ. Также ребята выбирают местные филиалы КИУ, ТИСБИ, КИИТ. Лилия Агатина, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ.